Полицейские устанавливают причины смертельной аварии на виадуке в Пушкинском районе Петербурга. На кадрах видно, что водитель фуры на Московском шоссе хотел обогнать самосвал, но на полосе шли дорожные работы. Тогда он попытался вернуться в свой ряд, но не справился с управлением. Удар большегруза о силовую защиту эстакады был такой, что шофер вылетел из кабины и рухнул на железнодорожные пути, расположенные под путепроводом. От полученных травм он скончался на месте. Следом сорвался вниз и горящий тягач. На проезжей части остался полыхающий фургон-прицеп. Весь день на Московском шоссе было затруднено движение. К обеду в районе ДТП смогли открыть только одну полосу в сторону Ленобласти. На железнодорожное сообщение авария не повлияла.